Девочки, мои хорошие, мои любимые, я здесь. У нас с вами 309-я часть, если я не ошибаюсь. 309-е видео, вторая часть. Показала вам в первой части столько красоты. Кораллы были великолепные, обратите внимание. Ну, много всего. Как всегда, наши серебряные украшалки с самоцветами. В золочении золотом 18 карат, розово-лимонного цвета и в родии. Я, как и обещала, браслеты не сняла. Зачем их снимать? Вы сейчас все посмотрите и увидите. Это серебро в золоте. Шикарнейший вариант. Италия. Высший пилотаж. Масло масляное. Красота из красот. Лучшее качество. Гордость за мои украшения меня переполняет. Я всегда говорю, шучу, я могу выглядеть по-разному, но мои украшалки всегда на высоте. То, что я вам предлагаю. И на мне это колечко. Тоже великолепное. Сейчас я буду надевать кольца под эти браслеты. Сниму это кольцо 169 евро с 5% скидкой. Мы с вами идем, девочки. Здесь это будет на 20 размер. Вот такая шикарнейшая цепь. Италия. Великолепное кольцо. 161 евро. Весит, увесистое, красивое. С одним из браслетов вы можете выбрать его. С 5% скидкой. Следующее колечко. Здесь уже гладкая работа. 149 евро, девочки. Здесь 18,5 на 19 будет хорошо. Такие крупные размерчики. Специально вам достала. Три кольца достала. И 85 на 17,5 даже на 18. Все по типу, как золотые кольца, видите. Да, у нас есть такие украшения из золота. Ну, просто вот ощущение, что вы в ручках держите золото. Вы абсолютно спокойно можете это все миксовать, чередовать с вашими золотыми украшениями. Смотрите, какая красота. И что мне не хватает в ушках? Ну, я думаю, вы выберете, да, тем более с 5% скидкой. В ушках мне не хватает сережек, которые я сейчас надену. Ой, Леночка, забыла ответить. Лена, нет этих сережек, что вы хотели, есть другие. И Лена сейчас увидит, посмотрит. Секунду, мои хорошие. Es oro, no florita. Por aquí. Vale. No quiero pasar por ahí. Pero, смотрите, qué inteligente. Ой-ой-ой. 97 евро, девочки. Вот такие. Легкие, красивые. Смотрите, здесь гладкие. Здесь вот такая работа великолепнейшая. Сейчас надену. Не падайте в обморок от красоты. Не падайте в обморок. Ох, как мне хорошо. Ой, ну это нам. 97 евро. Можно не буду вторую надевать, потому что здесь этикетка. И потом потеряю этикетку. Вот я прихожу домой, с меня этикетки сыпятся. С кого что? С кого песок? С кого чего? С меня этикетки. Девочки, великолепие сплошное. О браслетах я остаюсь. Есть у меня еще вот такие сережки. 133 евро с 5% скидкой до конца марта. Видите, с обратной стороны, какая красота. Их надо немножечко искупать. Они у меня были на витрине. Где у меня... Секунду, мои друзья. Секунду, мои друзья. Золотишко тоже покажу. Сейчас немножко с вами посмотрим. Серебришко, потом перейдем на золотишко. Хочу поднатереть, потому что на витринке тускнеет. Видите, как заблестело? Внутри здесь шедевр шедевральный. Вот такой штифт на любую мочку уха, на любой прокол. Это красота. А это ухо, у меня начинается ухи-ухи больно. Это вот мое ухо. Вот у нас с Тураной вот эта история. Она говорит, я когда вижу, как ты серьги надеваешь, говорит, все, не знаю, плакать или смеяться. То же самое, говорит, у меня на это ухо та же самая песня. Вот так смотрятся девочки. Видите, да? Кто хочет покрупнее, пожалуйста. Кто хочет чуточку поменьше, тоже пожалуйста. И я с прошлого видео показывала вам за 49 евро цепочку в родии. А это серебро в лимонном золоте, золото 18 карат. Вот такая лепота, 49 евро. Вы с 5% скидочкой можете забрать. Здесь удлиняющая цепочка. Ну, шикарная вариация. Вообще классика жанра ко всему. Не нравится мне, как кулоны на них смотрятся. Не надо кулон здесь подвешивать. Здесь вся идея вот ее надеть вот так, как она есть. И... потом надеть еще что-то. Вот. Что это? 199 евро кораллы. И здесь замочек в этом. Не в этом, а замочек серебро безродия. 199, да, я сказала? Уже забыла, память девичья. 199, девочки, и с 5% скидкой. Девочки, потом закончится, время пройдет, все, возвращаем на свои места. Без 5% скидкой. Берите. Берите сейчас у католиков. Всех католиков с Пасхой. Не могу надеть. Ну, что тут? Я вот... Ну, красиво это. Красиво это смотрится, конечно. Да?
Я считаю, что очень красиво. Что мне еще нужно там? 149 евро крестик, девочки. На цепочке. Сейчас посмотрю вместе с цепочкой. Красивая здесь работа. 15 евро цепочка, крестик 149 евро с 5% скидкой. Смотрите, какая лепота. Оно здесь вот к этим кольцам. Я вам всегда делаю комплект, если вы обращаете внимание. Мой глаз алмаз, я настолько вот... Мне нужно одну секунду, я вижу, что с чем куда идет на подтанцовку. Понимаете? А это у меня было на витрине. И замотано здесь скотчем. Но это надо. Мои вы хорошие. Всех обнять, расцеловать. Так, ну и что? Девочки, мне надо будет ножницы. Мне неудобно это делать. В общем, смотрите, его можно на что вы хотите, да? Представьте, как будет здорово на струне. Я сейчас его... Ну, первый придем. Все колени. Супер сандут. Первый гитар по мировому протоку там есть. Обычно плюс у пробарки. Хочу попробовать на вот более тонкой струне в лимонном золоте. Мне кажется, он будет тоже очень красиво. 55 евро данная струна. У вас 5% скидкой. У нас есть как тоненький, это уже серебро. Девочки, не уже, а это все, что мы с вами смотрим, серебро. Здесь ни серебра нет. В первой части было ожерелье одно. Была не серебряная застежка. Gracias, Flora. Я сказала об этом. И браслет был один, там смешано было. Все остальное это серебро. Это серебро в лимонном золоте, мои крошки. На цепочке на этой шикарно. Флора мне все это сделала сейчас. Мне очень нравится, как на этой цепочке. Но я хочу надеть на струну. Вы знаете, мне кажется, будет очень красиво на струну. Сейчас я надену и сойду с ума от красоты. В хорошем смысле слова. Ты есть такая игра слов, да? Вот насколько богатый, красивый, могучий русский язык. Потому что одно и то же выражение, смотря как ты скажешь, смотря в каком контексте, да, смотря с какой интонацией. Смотря кому, смотря как. Но я надеюсь, мы здесь все свои, девочки. Я всегда хочу, либо я шучу, либо я шучу и радуюсь. Либо, ну, по-другому никак не скажешь. Ой, а что-то у меня было. А, девочки, я уже забыла, потому что на фоне событий это настолько песчинка в море, я там ее заблокировала. Я снимала видео на катеру, тоже показывала украшения. Ну и там в шутку сказала девчонке, потом, может, пожалею. Сейчас у меня критические дни. И вот, значит, кто-то, мои фанаты, у меня тоже есть фанаты. Кто меня любит, они меня любят, а это я называю фанаты. Потому что я там показывала украшения, но это тетя Мотя, я ее заблокировала, потому что у нее не все дома, мне кажется. Вот тут честное слово. Она прицепилась, что надо контролировать свою речь и почему я про критические дни сказала. Как будто у нее их не бывает. Ну, я пишу, ну, вообще-то это мой YouTube-канал, я что хочу, то и говорю. А это что, помогает продажам, и понеслось, и не останавливается. Думаю, ну, все, надоело ты мне. А мне не то, что надоело. Я показываю украшения, мы говорим там совсем про другие вещи, и тут этот дурдом со своими комментариями, там еще доброжелатель в кавычках ее лайкать начинают, все это продвигать. Короче, ну, все. Девочки, извините вот за выражение, за фольклор. Высер сделали, я их удалила, и они ушли. Спокойной душой. Мы вас выслушали, спите спокойно. Сейчас строчит тут и тут удалю. Потому что мне между моими покупателями не нужны вот эти вот, да? Это эмоции же, зачем? Меня вообще это не трогает. Я как богатею, красивею, хорошею, молодею, так это и продолжается. Но мои покупатели читают. Вот это начинается, вот, потому что, знаете, любого человека можно загнобить, да, понаписать ему гадости еще, там поднастрочить этих дизлайков, еще там сейчас там не видно, благо на YouTube. Вот, и вот прям некоторые, вот они вот им, они их радостно, что вот кому-то будет плохо, кто-то огорчится. Ну, вот, о чем мне огорчаться? Что мне огорчаться? Мне интересно вот посмотреть на нее, вот это кто, писанищица, писальщица. Это... Слов нет. Так как уже на котел давно не снимаю, то знаете, как хочется сказать поговорку, чистоплотные палец из жопы не вытаскивают. Вот извините, девочки, но у меня здесь все свои, все поймут. Поэтому я контролирую мою речь. Очень хорошо, очень хорошо. Кого что-то, значит, корежит или кого-то что-то там не нравится, я, естественно, никого не притягиваю и не держу. Все мои девчонки, все нормально все воспринимают. Поэтому...
ну, не могла не сказать, вот вспомнила, действительно. Вот, просто смешно, просто смешно. Вот. Поэтому строчат доброжелатели, не строчат, у меня покупали и будут покупать, потому что мои украшения не самые лучшие, они говорят сами за себя. Тут уже я могу сказать все, что угодно, и про дни, и без дней. Так что так, девочки. И действительно, все взрослые люди, да, я, например, не ханжа, иногда бывает, вот нужно снять корону, как я люблю это говорить, и намазать морду вишневым вареньем, потому что, ну, есть люди, которым надо указать. Ша, знай свое место. Абсолютно это я не к вам, не к моей любимой, дорогой публике, абсолютно не к этому. Не к тем людям, которые меня любят, ценят, уважают, покупают мои украшения, смотрят меня с удовольствием, любят меня, чувствуют, какой я человек. Ну, а там уже, как говорится, вот знаете, как можно, девочки, а вы любуетесь, да, как можно зацепиться за слово и начинать вот это все вести свои закулисные игры. Ой, вообще такие чудные люди, странные. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог вам здоровья всем, мои хорошие. Ой, ладно, теперь, что мне еще на себя надеть? Что мне еще на себя надеть? А надеть следующее. Я же вот так, на мне кораллы, да? На мне кораллы. Это кольца великолепные, вы на них смотрите. Вот я сейчас смотрю, у меня есть жемчуга. Перейти плавно на жемчуга сейчас. Коралловые тогда снимем. Девочки, два ожерелья коралловых. Одно у меня коралловое. Я показала в первой части, сейчас вы его увидите, мои хорошие. И второе у меня... Вот оно, два. Цена на одно 295 на это. Здесь коралл по качеству, ну вы видите. А это 199. Они разнятся между собой. Вы видите, да, разницу? Это как Ксюша говорит, Катюша, моя Ксюша любимая, говорит, Катюша, это мое кольцо или не мое? Вот я ей сейчас пришлю, что одно кольцо столько стоит, а другое столько, потому что зависит от камушка. Вот, а еще она мне перевод делает, Ксюша, и говорит... Катя, я тебе там направила, там столько-столько, ну, на салон за украшения. Говорит, мне уже скоро надо банку дать указание сделать автоматический перевод тебе, чтобы просто каждый месяц уходила в такой-то сумме. Флорита Рудиго Оксана Абламуске Тудисиске Ингрисада Динеро, да, Оксана, доктора. Я думаю, Лудисе, сабас, Катя, я все пенсанду, а ламихор тенгу дар орден аль банку, паке када мес, салю на кандидата, ала эсмеральда. Porque eso siempre está haciendo panos, a lo mejor de tu base y por candidato que recibes me lo vas a hacer la cosa, va a hacer el paquete de los sí. Sí, reímos. Ну, это правда. Правда, Оксана говорила это. Una transferencia mensualmente. Ага, она говорит, каждый месяц я себе буду переводить на счет. Я говорю, а ты меня там наберешь на эту сумму. Так смеялись. Ой, а Лусик? Ты в первой части говорила, ну тебе моя блузка как, это нравится, не нравится? Алла, которая пишет всегда, Алла у меня тоже это, ой, Алла, как она любила и любит наши украшения, но дай бог все в Украине успокоится, она начнет, она говорит, Катюша, возвращаюсь постепенно. Вот, постепенно тоже начинает возвращаться, все на круги своя. Это все про блузку, да, девочки, вот это все, я же в первой части сказала, Алла говорит, Катюша, белую блузку надо, ну все, говорю, по заказу тебе, дорогая. Я надела люрикс, девочки, это толстая струна. Вы видите, у кого есть украшение такой чокер, струна, у кого есть украшение крупные, да, с крупным. Сейчас достану. Недешевая история, оно еще не продано, но оно не продано не из-за цены. У нас продается все. Это нужно время, это нужно, чтобы человеку. Ну, ждет своего покупателя. Вот такие кулоны, потому что стоит, конечно. Как целое ожерелье, но он стоит того, 527 евро, девочки, аквамарина и янтарь. Видите здесь дужку, вот сейчас я надену, вы увидите, как это будет смотреться. Мои хорошие. Сейчас снимем, и я вам покажу, что для чего эта струна. Здесь два вида золочения, и в лимонном, и вот это серебро вроде, да? 95 евро оно стоит. Вот оно. Вот оно. Вот этот кулон, как здесь и было. Да? Вы видите?
видите. Ну, это шикарный вариант. Девочки, кто может себе позволить, позвольте. Я вам говорю не от того, что мне лишь бы продать. Оно у меня продастся. Не сегодня, завтра, через год. Мне не важно. Мне не важно, когда это будет. Мне самое главное, чтобы то, что вы выбрали, вас радовало и вам нравилось. Даже те, кто не любит украшения, не понимают в них. Если вам придет это украшение, вы меня будете вспоминать всю жизнь добрым словом. От этого еще мои дела идут хорошо, что у меня есть вы, ваша поддержка. Слава Богу, девочки, слава Богу, слава Богу. Благодарна Вселенной. Девочки, красота аквамарины и амбар. Будете носить и радоваться. Это красивейший вариант, богатый, красивый. Ни у кого такого не будет. Ни у кого никогда. Здесь закончено шикарно. Здесь настолько все гладко. И он как золотой кулон. Вот представьте, это в золоте купить. А это практически как золото. Это серебро в золочении. Вы видите, вот я стою в браслетах тоже. Да, я думаю, вы обращаете на все внимание. В чем я стою? Я беру сейчас серьги, надеваю, которые все очень любят эту модель. Очень любят. Они при ушке 203 евро. Культивированный жемчуг, мои хорошие. Замочек Омега. Настолько здесь все. Это очень удачная модель. Вы видите, жемчужины. 203 евро с 5% скидкой. Жемчужины культивированные. Они натуральные. Ой, чуть не. Чуть не. Девочки, они при ушке. Они при ушке. Шикарно. Голова болела, сейчас не болит. Но у меня голова болела, рыдала 2 дня или 3, сколько. Я уже сбилась со счету. 155, притом без остановки. Все. Так, 155. Серебро в лимонном золоте. Золото 18 карат. Великолепная культивированная жемчужина. Шикарнейшая просто. Здесь... Вы эти комплекты помните, да? Так, секундочку, чтобы у меня сейчас не упало. Чтобы ничего не упало, не пропало. 155, это цепочка с жемчугом. Сейчас я сниму крестик с себя. Потому что здесь уже пойдет другая тема. И вот так вместе нужно брать. У кого нет этого комплекта, у многих девочек есть именно вот этот. Не у многих. Так много повторов нет. Но кто хотел, тот урвал. Потому что я думаю, что это тоже вот такое наше... Одно из таких ярких комплектов. Очень удобных, практичных, которые подходят абсолютно всем. Конечно, пусеты никто не отменял. Вы можете и маленькие такие небольшие пусеты купить. Но в данном случае это покрупнее, да? Украшение настолько великолепно. Девочки, крестик шикарный. И здесь надо вот с одним из этих колец брать. У вас будет очень... И с одним из этих браслетов. Это все... Вы видите, это все бесподобные комплекты. Очень красиво. Очень красиво. И я надела это, я надела вот это, да? И вот оно все пошло, вот этот комплект все вместе. Я думаю, на этом сейчас я закончу, перейдем к золоту, да? Потому что все-таки... Но есть у меня еще 2 нитки. Одна коралловая, 63 евро. Коралл. 63 евро с 5% скидкой. Такой плотненький коралл здесь. И это не повторы. То все, что вы смотрели, продано. Это мы еще забрали, девочки. Вы видите, как освежает. Но это уже не к этому. Хотя на этот коралл можно подвесить кулон. Есть вот такое. Оно продано, по-моему, Нине или в Австрию. Оле, не помню. 153 евро стоит. Коралл и оникс, девочки. 153 евро с 5% скидкой. Тоже мои хорошие. Все-таки я уже допокажу, да, в этой части, потому что я надеваю, наслаиваю, наслаиваю, но это не означает, что все должно быть весело. Сразу как ярко. Но это жемчуга надо убирать. Вы видите, да? Ну, как кто? Кто что смотрит? Кто на что смотрит? Да, мои хорошие, так, постепенно сейчас буду все браслетики. Браслетики цены в первой части, девочки. Хорошо? Посмотрите обязательно. Я думаю, что приобретете для себя. Каждый выберет то, что вы хотите. Сережки шикарные. Жемчуг культивированный. Настолько нежный, настолько красивый, бесподобный. Поэтому выбирайте. Я кофе все пью, никак не допью.
Я постепенно, постепенно, постепенно. Красивая тоже. Кольца красивые, великолепные. Я снимаю все серебряные украшения в золоте. Все это снимаю. Это очень нежное. И надеваю. Вернее, это в серебре и золочении. А надеваю сейчас золотые. Так, надеваем. Сапфиры, сережки. Сапфиры, бриллианты. Это Италия. 1950 евро. Все характеристики. Я вам это показывала. Ничего нового. Но может кто-то отважится и решится. Все характеристики. Я уже неоднократно это показывала. Комплект. Просто вот, были повторы, которые я показывала. И оттуда продалось золото. Может быть, кто-то отважится на этот раз, да, потому что бывает, приходит свой черед, и кто-то, возможно, из стареньких, кто давно смотрел, может быть, кто-то из новеньких. Красивые здесь сапфиры, поближе вы еще все увидите. Это уже золото у нас с вами пошло. Надеваю вот такое ожерелье, 4980 оно стоит, 4980, девочки. 23 грамма в нем золота. Здесь крупные камушки, крупные бриллианты и вот такие сапфиры. Красивая история. Красивая история. Люблю я этот комплект. Не так у нас уже много осталось комплектов, потому что много что продано. Секунду, мои хорошие, надо попасть. Издали все видно. Колечко. Здесь уже прозрачные сапфиры, немножко по-другому. 2250. Здесь вот такая дорожка с бриллиантами и сапфирами. Все равно будет так же хорошо смотреться, как комплектиком к этому украшению. Девочки, все разглядите на ручках поближе еще. У нас много кто покупает золото, я думаю, они вспомнят про этот комплект. Это все-таки на большую ручку. Браслет 2990. У меня 16 запястья. Браслет, девочки, вот если уйдет не вместе с украшением, то это для тех, кто, у кого ручка 19, 20, 21, 22. 2990, в нем почти 12 грамм золота, здесь сапфиры, крупные камушки, бриллианты, но еще за характеристики. Это Италия, девочки. Это Италия, что ожерелье, что браслет, здесь вы видите, да? Замочек Сигуридат здесь, все здесь идеально. Такое сплошное великолепие. Ну, может быть, у девушки, у которой будет крупное запястье, возьмет и сережки, и вот эту красоту. У девочки красиво очень. Очень нежно, очень, очень, да, как господин говорит, фито. Вот оно вроде бы крупное, да, но оно на самом деле такое вот смотрится нежно, смотрится очень женственно, очень вот, красивый вид. Красивый вид. Да? И это еще не все. Это еще не все, потому что сейчас я сниму, мы с вами рассмотрим. Мне надо было заканчивать показ с вот этого украшения, а я начала, потому что у меня есть более экономный вариант для тех, кто, возможно, хочет что-то экономное. С обратной стороны вот так. Цены я вам назвала. Девочки, золото без скидок идет, без 5%. 575, мои хорошие, 575. Смотрите, какая лапочка, смотрите, как красиво. 750-я проба это. 18 карат золота. Сейчас я застегну. Отважусь это сделать. Секунду. Идем без приборов, как я люблю это говорить. Ну, нежная здесь история, но видная.
это в движении все. Хотела сказать, колокольчики. Ну, видно, что это вещь, да? И два колечка с фианитами. 215, 239. Вот это 239, и это 215. Фокус. Сейчас посмотрим, в чем разница. Это на 16,5. Это тоже на 16,5. Если их вместе, то они будут вот так смотреться. Если их порознь, то вот так. Видите, здесь одна вот так линия, которая на безымянном 239 и 215 на среднем. Это уже фианиты. Такая нежная история. Можно их два вместе. Такие две лапочки, окей? Мои хорошие, в такой красоте. Давайте уже веер возьму. Возьму веер, вот такой небольшой, маленький, тураночки. Надо будет сейчас для сумки найти веер. Девчонки меня ждут, там надо отвечать. Сейчас будем с вами про красоту. Взахлёб про красоту. 33 евро, девочки, для кроссбоди, для маленькой сумочки. Удобный, практичный веер, Туран, если захочешь, твой. Такой светлый, будет тебя освежить, хорошить. Ты кораллы любишь, такой нежненький, бежевый, да, такой слоновая кость. С вот такими вот цветочками. Веера испанские, девочки, для тех, кто захочет. Для кроссбоди, для маленькой сумочки, потому что другие, которые, они все стандарты идут, но другие, они немножко побольше. Мои хорошие, море счастья, море красоты. Люблю, посылаю флюиды любви, хорошего настроения. Покупайте украшения со смеральда серебро. Отгоните от себя все печали, все проблемы, девочки. Хотя бы на время, вот насколько мы можем. Да, мы женщины сильные, у нас наша сила в нашей красоте, в нашей любви, в доброте. И мы с вами будем вместе, и мы всегда будем наряжаться, украшать себя, любить себя, и будем жить. Будем жить и радоваться, девочки. Люблю, целую, и увидимся с вами в следующую пятницу, мои хорошие, мои дорогие. Всем спасибо за комментарии и за покупки. Всем пока-пока. Девочки, берем золото и серебро.